Ловись, рыбка большая да маленькая. В деревню Огунево в рыболовной усадьбе «Золотые караси» прошли соревнования по подледной рыбалке на самый крупный улов форели. Форель – холодолюбивая рыба. Ее ловля начинается с момента образования первого льда и продолжается до самой весны. Клев форели не ослабевает даже при самых сильных морозах или плохой погоде. Провести выходной день с азартом и балалайкой – так называется удочка для подледной ловли – решились 25 рыболовов, среди которых и мужчины, и женщины, и дети погрузились в исконно русскую медитацию подледного лова, а заодно выявили самого удачного рыбака. Ловить разрешалось на два типа снастей – активные и пассивные. Наши сотрудники контролируют, чтобы рыба пойманная сразу убиралась в пакет, не менялась, не подкидывалась друг к другу. И по окончании будет взвешивание. Юный Матвей, несмотря на свой возраст, весьма опытный рыбак. Он рыбачит уже 3 года. Сегодня выбрал способ ловли на пасту и на ратлин. Сегодня в основном на пасту клевала, на пассивные снасти. На пассивные. Ну да, вот. Ну были прижимы на ратлины. Спустя 2 часа рыбалка завершена. Судьи подсчитывают улов. Более 9,5 килограммов рыбы на одну удочку. Такой результат показал победитель соревнований и выиграл главный приз – телевизор. После рыбалки участников ждали народные гуляния, конкурс частушек и, конечно, наваристая ароматная уха из форели. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.